Что? Откроем сейчас дверь и совершим попытку номер три. Это я по поводу Марселя. Ну-ка, сейчас откроем. Не могу. О! Здрасте, я вас пропустила совсем, да? Ну что, металлурги? Металлурги, виноградари, дорожные строители. Ой, молодцы, ой, молодцы. Выходите, выходите. Умнички, умнички. Все остальные рассосались уже. О. Так, Марсель не выходит. Вышел только Джоня и Джерри. Наверное, пока Марсель не выходит, я, наверное, сейчас выпущу еще это. Ой, молодцы, молодцы. Дарина, Гуля, молодцы. Молодцы. Пойду-ка я выпущу скандалиста нашего. Да, да, кричит уже в окно. Уже соскучился. О, не Куся. Антошка. И мой сладкий, что ты пупой стал? Татошка, Татошка. Татошенька, Антошенька. Ой, Дарья. Дарья, ты простыла, что ли? Молодцы, 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 молодцы. Татош, вот эта твоя поза меня просто пугает. Ты же такой воинственный. Все, все, все. Молодцы, молодцы. Ты молодец. Не надо, не надо, не надо. Видишь, он как тебе доверчиво попу подставил, чтобы ты документы проверил. Так, Робби, Робби, осторожно. Портосик к тебе, видишь, добродушно относится. И ты давай к нему. Ну-ка, иди сюда. Татош. Блин, у нас вот этот вагончик тут... Слышите, опять призывный клич. Все. Уже выразил свое недовольство. Портос к тебе со всей душой. Доверчиво. Подставил тебе хвост. А ты опять свое. Иди, все. Давай, иди гуляй. Застыл. Он выглядывает. С кем бы поскандалить? Ищет. Цель сейчас выберет. Задача сложная. С Татошкой неинтересно. С Татошкой он живет в одном доме. Не надо Портоса трогать. Не надо. Иди домой. Дома ори. Иди дома с кем-нибудь ссорься. Вот склочный же характер, а? Татоша тоже у нас бойцовский. Но как-то, видимо, мое присутствие рядом оградило Портоса от всяких неразумных жестов со стороны Татошки. И имя такое ведь миролюбивое. Татоша. Смотрите, все тень, а все сели на солнечной стороне. В тенечке уже нет никого. Пушинка чешет. Никого. О, Барсик, мокро, да? Ну что делать? Скучно, скучно пацану. Единственное, кого я не выпущу. Выходи, выходи. Выходи. Где ты там, отсвечу это окно. Марсель, давай, выходи. Сам, он ждет, когда я дверь открою. Он не привык через кошачью дверь выходить. Ну пусть учится. Марсель. Сейчас. Марсель, Марсель, Марсель. Не идет. Ну, посидит, посидит, выйдет. Все равно его как-то надо приучать к улице. Так. Выходи. Выходи давай. Тебя не видно здесь в окно. Окно отсвечивает. Выходи.